Турецким военным на днях пришлось проводить спецоперацию «Спасать троих незадачливых туристов в горах Анталии». Студенты по обмену, двое из которых из Нидерландов и один из Великобритании, планировали сходить в поход всего на один день. Однако их путешествие затянулось на 8 суток. Молодые люди потерялись на склоне горы в условиях плохой погоды. Им пришлось спать в пещерах и есть насекомых. В конце концов, одному из них удалось воспользоваться своим мобильным телефоном и позвонить в службу спасения. Сначала мы увидели их, и уже через некоторое время они нас. Мы так устали, что было сложно даже махать рукой. Но когда они нас увидели, мы были по-настоящему счастливы. Побыв несколько дней в Стамбуле, студенты планируют вернуться в свои родные страны.